если так вот разобраться, внутренний валовой продукт, легкая промышленность, даже 1% нету, к сожалению. Вот. Хотя возможности есть. Поэтому я вот смотрю на продукцию, которую шьют наши кадастанции. Хорошие брендовые, вот, зарубежное лекало, вот, зарубежная ткань. Вот самое интересное то, что неплохая продукция, но в то же время выдерживать конкуренцию им сложно. Если некоторые страны, допустим, что взять, они, допустим, государством поддерживаются, субсидируются, поэтому этот вопрос надо изучить и нам. В следующем году, в первом квартале, мы думаем провести парламентское слушание именно по развитию легкой промышленности. И там с привлечением всех заинтересованных лиц, в том числе и правительства, будем обсуждать эту проблему и решать, что именно мешает развитию нашей легкой промышленности.